Всем добрый день. Ребят, мы в Кабрине. Пожалуйста, познакомьтесь с Ильей. Он у нас главный продавец года, месяца. Да, уже года. Уже года, да. И сейчас он нам расскажет про самые главные скидки и что вы можете выгодно приобрести до Нового года и после. Что, ребят, мы сохранили... Давай. Ребят, мы сохранили скидки после Черной Пятницы. На сегодня самый распространенный размер Switchblade 12-ки 17-го года. Их осталось 4, по-моему, кайта. Стоит 59 600. Да, кстати, очень хорошая цена. Скидки, я всем предлагаю. Скидки не уменьшали, поэтому оставили так же, как по Черной Пятнице. 18-го года Switchblade тоже не очень много осталось. 12-ка стоит 69 600. И, в принципе, кроме там красно-желтого, есть цвета и синие, и серые, все, что вы хотите. 19-й год, несколько кайтов, 12-шек есть еще, они сейчас цену 105 500. Также есть распродажа на все остальные модели, какие хотите кайты, подберем. Если нет, то закажем. Можно обращаться к Андрею, можно напрямую ко мне. И по предзаказу, в принципе, тоже открыто на 19-й год, дополнительные скидки можно получить. Да, 19-й год у нас ждем в феврале месяце. Да, поэтому думайте, планируйте. А то, как обычно, май месяц грянет неожиданно. И по досочкам расскажи что-нибудь. По доскам, ну, сейчас самый распространенный троник 20900 стоит. 145-м размере осталось. И есть некоторое количество. Самая универсальная доска, она и для серфа, и для бигейра, и для фристайла. Ну, естественно, не для профессионального, но как бы как Switchblade универсальный, так и троник есть. И, пожалуйста, кому нужно, кому интересно, для лайтвинда или просто для каталки, всегда подойдет. Так, если нужна будет консультация, звоните напрямую. Илья проконсультирует по каждой досочке, особенно там, ну, кайты, соответственно, доски крепления, потому что крепление тоже очень важно. У них сейчас 3-4 версии. Ну, сейчас вообще идет 3 версии, это H1, обычные петли H2, в 19-м годе сделали H2O с двумя липучками, и H3 это ботинки, но сейчас остались, к сожалению, только H1 в 2018 годе. И ботинки. Ботинки все можно посмотреть на сайте. Супер. Ну и давай поздравь с наступающим, потому что вдруг... Всех с наступающим годом от Кабрины. Поздравляю. Желаем всем в 19-м ровного ветра. Кто не успел открыть сезон, в 18-м году открывайте. И все на споты, все учиться, все кататься, все наслаждаться. Проведите Новый год с улыбкой. Да, 30-го числа приглашаю, чтобы они были с нами на Подольских полях. А то тоже еще не открыли сезон. Я попытаюсь, да, очень, но... Так что как справим новогоднюю елку вместе. Да, готовьтесь. Всем пока.